говорят, дорогу закрыли. Там туда вообще не можно. В районе Полигона сейчас там. Там Полигон. Да. Там здесь Нагорный, ой, жопа на. Там сейчас Нагорный садили, сейчас сам садит. Вот представь, да, там, там взорвалось, а знаете, что, там взорвалось. Вся лобовуха вообще была в жопу. Раз. Короче, когда сейчас долбанул, вот прям рядом, считай, были, там вот долбанул, короче, народ везде, стекла побило везде, там рядом. Там ужас. Да, не знаю, у меня телефон не работает. Не могу не знать. Я хотел. Смотри, еще. Сейчас. Жди волну. Жди. Сейчас еще сильнее будет ждеть. Да. Смотри, смотри. Вертолеты, гляньте, два вертолета летят. Запасно уже. Там же не ядерный заряд, там нет. Там ядерных-то нет. Там они бабахают как раз вот. Ну, и я сейчас пизда нет. Я пока выложу. Что сейчас будет? Да, ребят, аккуратнее. Сейчас ударит сильно. Ну там поход, там, насколько я вижу, там два вертолета сейчас летает пожарных. Вон они, два вертолета. Один дальше, второй ближе, может. На дым похож, да. Дым? Глюки? Очки с ними, я вообще не вижу тогда. А, да, дым. Ну, ладно. Что там на горном творится? Мои половины уходят. Ну вот там специал живет. Это все по сейчас. Весь Нагорный человек. Они погреба там намного, они далеко расположены. Они недалеко, они вот смотрите, где линии эти погреба. Ну вот, я тебе говорю, ничего взрываться вон там, а сейчас взрывается вон там. Там, блядь, пирогир, и патрон. Да, ну ей ногу уже. Да нет, я уже пойму, я по улице. Да нет, просто. Осколок. Роман, привет. Роман, глянь. Спереди, машину. Нет, у них все. Нет, спереди. На машину спереди, гляньте на покрас. Потому что мы прям там близко. Первый взрыв сразу был большой, мы сразу оттуда уезжали. Первый взрыв? Нет, нет,
Первый взрыв был, мы еще в гараже были. Потом вот мы туда подъехали, там уже огонь, то есть нормальный такой взрыв был. Мы бегом оттуда везде. Да, Тимон. Во. Тебя сейчас волна будет. Готов, рот открыть. Сейчас, вот. Это